Задукан сложно назвать палаткой. Двухэтажная конструкция с тентами и гамаками эволюционировала в нечто другое. Видели однушки без ремонта? Это обычные палатки. А задукан – роскошный лофт с нотками пентхауса. И даже круче, где вы найдете лофт, который собирается одним человеком за 15 минут. Вмещает задукан сразу четверых. Универсальные опоры встанут в сугробы и на мелководье. Рама готова к нагрузке до 300 кг. А если что, гамаки и каркас можно использовать отдельно. Расстраивает в этой истории только цена. Даже на Kickstarter с учетом скидки палатка стоит $2750. На очереди эволюция холодильника. Команда Anker тоже не мелочится, так что их шедевр под названием Everfrost получил солнечные панели мощностью 100 Вт и умеет не только охлаждать продукты, но и заряжать гаджеты от встроенной батареи на 299 Вт-часов. Из разъемов представлены USB-A и USB Type-C. Как и в обычных холодильниках, температура внутри Everfrost регулируется. Можно выставить даже минус 20 градусов Цельсия. Банки с напитками забыли на солнце, они прогрелись до плюс 25 градусов Цельсия, полчаса в холодильнике, и они охладятся до нуля. Кстати, лед не нужен, а зря, потому что цена в $800 откровенно жжется. Двухэтажная палатка? Подержите мой кошелек, сейчас будет трехэтажная печь. Она называется «Аквафорна» и сочетает бойлер, барбекюшницу, коптильню, печь для пиццы и даже систему приготовления курицы-гриль. Также «Аквафорна» хороша в роли обогревателя и устройства для сушки рыбы. Каждый этаж печи можно использовать отдельно. Когда они собираются вместе, получается башенка весом 18 кг. Сборка довольно простая и занимает 3 минуты. В качестве топлива подойдут дрова, брикеты, уголь и торф. По совокупности печь вполне достойна титула «Кемпинговый продукт года», который получила в 2017 году. Надо же как-то оправдывать цену в $500. Hitch Home – первая в мире палатка с надувным каркасом, которая крепится на авто вот таким образом. Короб, немного похожий на мусорный контейнер, позволяет избавиться от прицепа и скрывает комфортную палатку для трех человек. Заявлено, что в ней на 22% больше места, чем в аналогах, которые ставятся на крышу авто. Да и надувной матрас толщиной 15 см – это здорово. Общий вес короба и палатки – 35 кг, предусмотрены ручка и колесики, так что с перевозкой по стоянке справится один человек. Стоит ли Hitch Home $1770 – решать вам. Ламповая атмосфера готовки на открытом огне всего в 30 секундах от вас. Звучит неплохо? Тогда собираем стол Around Fire. В исполнении Light он весит всего 7,4 кг и подходит для компании из 6 человек. Разработчики стола продумали мельчайшие детали. Например, стальная сетка не только обеспечивает оптимальный поток воздуха, но и надежно защищает от падающих искр. А если хочется шашлыка, в центр стола отлично встанет мангал. Цена на фоне прочих участников выпуска скромная – $149. Отлично, останутся деньги на что-то вроде такого коврика. $30 за теплоизоляцию и защиту от огня – вполне удачная сделка. Летний душ Advanced Elements работает благодаря гравитации.
Никаких проводов, аккумуляторов и прочего. Но даже если он почти пуст, напор не слабеет. Здорово, это только начало. Если на улице солнечно, вода в душе за 3 часа прогреется до 38 градусов Цельсия. В исполнении на 19 литров пустой Advanced Elements весит всего 600 грамм, а базовый комплект включает ремни для полотенца, карман под мыло, шампунь и прочее, а также зеркало и датчик температуры. Достойная покупка за $36. Tent Sail Universe – аватар мира палаток. Он тоже объединяет 4 стихии. Не верите? На земле в ней комфортнее, чем в обычной, спасибо надувному полу, за счет которого палатка еще и плавает. Надоела качка? Tent Sail Universe можно подвесить к деревьям, то есть она прекрасно чувствует себя в воздухе. И, наконец, у палатки огненный дизайн. В ней комфортно стоять в полный рост. И при должной фантазии Tent Sail Universe становится прекрасным детским аттракционом. К тому же в палатке достаточно пространства не только для фантазий, но и для 5 человек. Общая площадь — 9,3 квадратного метра, вместе с тентом получится 18,1. На старте продаж палатка стоила $2000. Сначала чемоданы и рюкзаки кажутся легкими, а потом становится во всех смыслах тяжело. Но зачем страдать, если придумали Ibo Trail? Это тележка для багажа, дополненная двигателем на 800 Вт, батареей и колесами, которые не подведут даже в снегу или грязи. На Ibo Trail можно погрузить до 91 килограмма вещей. Зарядки хватит на 24 километра. За счет умной начинки тележка подстраивается под скорость владельца и на пике возможностей разгоняется примерно до 6 км в час. Любопытно, что Ibo Trail стоит дешевле трехэтажной печки. Цена с Kickstarter — $400. Классика маркетинга. У всех матрасы как матрасы, а вот AeroMattress — это другое. Он идет в комплекте с насосом, поэтому надувается за 70 секунд и сдувается за 60. Актуален круглый год и настолько прочен, что по нему прокатились на машине. Еще в AeroMattress есть хитрые разъемы, позволяющие соединять матрасы. Насос, кстати, можно использовать отдельно. Он обеспечивает давление до 4 килопаскалей и хорош не только для надувных кругов и всего такого, но и для вакуумирования. А еще превращается в светильник, работающий до 10 часов. Продают AeroMattress по $99. Если вы вдруг ищете лучшую портативную Bluetooth-колонку Австралии, поздравляем, поиски окончены. Sound Extreme SEB26 водонепроницаема, не боится пыли и грязи, а потому отлично встанет и на катер, и на квадроцикл. Колонка радует мощностью в 500 Вт и на полном аккумуляторе работает около 20 часов. Динамиков 8, в том числе 2 низкочастотных по бокам. Есть встроенный микрофон для общения по громкой связи. Поддерживается Bluetooth 5.0. Отличное дополнение – вход и выход AUX. Чужой на этом празднике звука ощущается только цена в $1100. Что нужно обязательно взять с собой в поход? Многие туристы назовут фонарик и зажигалку. Компания Mars Players с ними согласна, и поэтому сделала гаджет 2 в 1. Фонарик плюс зажигалка, что может быть проще?
Однако в креативе Mars Players не откажешь. Оба источника света крепятся на телескопической стойке, идущей в комплекте. Поэтому, когда через 4 часа работы аккумулятор фонарика сядет, вы не останетесь в темноте. Просто, компактно и актуально даже вне походов. Например, фонариком на штативе удобно разгонять тьму под капотом авто. Называется гаджет Prometheus 1, а продается по $149. Не позволяйте деревьям диктовать вам свою волю. Хочется лечь в гамак? Ложитесь где угодно. $300 и набор Drifter плюс Hammock к вашим услугам. Он весит всего 7,3 килограмма, однако выдерживает до 159 килограмм нагрузки. Парковый газон, мелководье, поляна у туристической тропы. Ставьте куда хотите. Не стоит переживать и о ржавчине, весь каркас алюминиевый, а его форма выбрана не просто так. В гамаке можно еще и сидеть, как в шезлонге. Команда Outdoor Element придумала новый формат ножей для выживальщиков. Все просто до изумления. Ножны теперь дополнены алмазной пластиной для заточки и ферритовым стержнем. А на темляке ждет своего часа аварийный свисток громкостью 115 дБ. По ножам Outdoor Element предлагает два варианта. Первый – Flicker Fever. У него занятная геометрия клинка, напоминающая опасную бритву. При длине в 6,4 сантиметра ширина клинка составляет 1,9 сантиметра. Второй нож – Scout Fever. Клинок здесь привычной формы и чуть длиннее – 7 сантиметров. Оба ножа сделаны из разработанной в Японии стали VG-10 и вместе стоят $75. Представьте, что вы строите идеальную плавучую палатку. Что за форму вы используете? И какие опции предложите покупателям? Для вдохновения можно опереться на уже готовый вариант Shoal Tent. Эта палатка выделяется полом толщиной 15 см. Его можно использовать как матрас-лежак. Для безопасности в Shoal Tent поставили сразу три отдельные воздушные камеры. Для устойчивости палатка сделана квадратной. Длина стороны 2,4 метра. Комплект включает сумку, заплаты и насос, так что весит солидные 59 килограмм. Цена заставляет ахнуть – $2900. Nima Stargaze – весьма изобретательный гибрид. Это кемпинговое кресло-качалка, подходящее для любой поверхности. У него низкий центр тяжести, так что устойчивость на высоте. В кресле будет удобно даже рослым людям с широкими плечами, поскольку разработчики изогнули стойки и сделали большой подголовник. Устроиться с максимальным комфортом поможет система автоматического наклона. Рама сделана из авиационного алюминия, поэтому выдерживает до 136 кг нагрузки. На официальном сайте кресло доступно в 5 цветах по $300 за штуку. Не получается выровнять кемпинговый прицеп или дом на колесах? Пора доставать компенсационные подушки Imuc Air Lift. Каждая выдержит нагрузку до 11 тонн и добавит до 20 сантиметров высоты. Профиль у подушек рифленый, так что колеса не соскользнут. Материал прочный, можно смело парковаться даже на камнях, а для накачки подойдет и ручной насос. Одна подушка стоит $276.